Добрый день, с вами интернет-магазин «Попади в 10.ру». Сегодня мы будем производить видеообзор на электрошокер Ponix 928. Давайте откроем коробочку, посмотрим, что внутри. Внутри у нас находится провод зарядки, электрошокер-чехольчики и, пожалуй, все. Достаем его, что мы сразу можем заметить. Во-первых, есть поясок для переноски электрошокера на кисти руки. В задней части электрошокера находятся контакты для подключения его к сети питания. Также на верхней части электрошокера находится трехпозиционный переключатель. В нижнем положении, как сейчас, он находится на сохранении. В центральном положении включается фонарик. И в переднем положении включается красный диод и активируется красная кнопка. Теперь при нажатии на электрошокер происходит разряд. Также хотелось бы заметить, что электрошокер снабжен системой антизахват. То есть, если противник схватится за него, он скорее всего схватится за кнопку и контакты вот эти вот. Его ударит током. Внутренние контакты предназначены больше для испуга. Основными контактами являются все-таки вот эти передние. Глубина пробития составляет 35 мм. Напряжение между электродами 2,5 миллиона вольт. Модель красивая, приятно лежит в руке. Выполнена из качественного пластика. Чувствуется, что она достаточно надежна. Заряжать электрошокер нужно примерно 40 минут раз в месяц, если вы его не используете. Будем надеяться, что электрошокер вам все-таки в жизни не понадобится. Но при этом лучше его иметь. Спасибо за внимание. С вами был интернет-магазин попади в 10.ру.